Кошка вот так вот валяется под подушкой. Не знаю, как она туда улеглась. Но как-то залезла. Там у нас мусорка, она горит. Вот виден дым, но правда виден он плохо. Но все равно можно увидеть. Сережа пошел гулять с собакой. И заодно сейчас вызвал пожарных. Вот можно видеть небольшой дым. Сейчас посмотрим, как быстро приедет пожарная. Люди переставляют машины от мусорки, потому что там часто паркуются люди. Вот, и сейчас пара машин отъезжает оттуда, потому что Сережа говорил, что тут там даже бабахало. Ну, конечно, опасно рядом с горящим очагом держать машину. Вот машина сейчас поехала, как раз оттуда отъехала. А вот так вот светится комплекс «Алые паруса». А вот, кстати, и Сережа. Только где Рич, не пойму, куда он его дел. Хотя нет, может, это не Сережа. Вот, дым стал валить так посильней. Вот сейчас его видно. Пока что он не черный. Пока белый. Но уже стал виден так хорошо. Сережа наблюдает тоже, что там происходит. Так, конечно, кажется, дым маленький, но один раз горел у нас мусорка эта, так там так все погорело, что кошмар. Сейчас, конечно, холодно, но мусор-то хорошо горит в баках. О, вон едет, наверное, пожарные, вижу какие-то мигалки. Сейчас посмотрим. Проехать, наверное, не может, потому что машины поставят, так что не пройдешь, не проедешь. Вот и все. Вот мигает, мигает. Едут. Вот они. Приехала пожарная, но так довольно быстренько. Не будет видно, конечно, что она там будет делать, потому что мешает вот этот вот домик. Ну, раз приехали, уж, конечно, там не такой уж сложный пожар, конечно, потушит. Тем, кто повыше, те могут посмотреть. Она вот домик мешает, видно только мигалку. Даже став на стул, ничего не видно. Сережа там видно, вон он стоит с Ричем. Рич тянет Сережу. Домой, домой. Скажи, нечего там находиться. Ну, судя по тому, что повалили вот такие клубы, они, наверное, пытаются тушить. Вот. Да, вот какие клубы.
Пришли два пакетика с Алиэкспресс, две посылки пришли с Алиэкспресс. Сейчас посмотрим, что это. Что-то маленькое, поэтому я вот вскрыла, но не до конца. Так, это колечко Маши. Да, это колечко. Так, нашли. Так, давай мне, я посмотрю. Так, колечко Маша выбирала сама. Вот такое оно. Здесь такое напыление, как будто бы матовое. Но оно гладкое, матовое, но гладкое. Так, размер, я думаю, хороший сейчас. Маша померит. Еще раз показываю. Семерку мы выбрали. Блестит оно, конечно. Классно. Так, все, Маша сейчас меряет, покажет, как на пальце будет. Вот так выглядит на пальце кольцо. Оно довольно толстенькое. Я думала, оно тоньше будет. Вот я имею в виду. Вот так оно толстое. Как удобно, может, на пальце, нет? Угу, удобно. Вот это, которое с надписью. Поверни его. Все, теперь посмотрим вторую посылочку. Доставай, да, что там. Это у нас вот. О, это Даня пришло. Даня заказывал. Сейчас он откроет и покажет. Там что-то нажимать надо. Да. Так. Ну, это очень легко открывается. Так, и вот она. Это у нас... И это у нас, ну, вот мордочки. Вот такие мордочки вылезают. Держишь? Можно? Туго очень. Ты держишь и вот так вот. Да, звуковато. Прикольно. Вот такую игрушку антистресс он хотел. Можно повесить на телефон или куда-то. Короче, горох. Да, вот все виды, которые могут пасть личиков. А у тебя какие? Не знаю, вот тут у меня вот такой. Плачет, это... да? Да. Второй у меня какой-то... Это что? Нету ничего. А, только в одном. Надо собрать все их, что ли? Да, только в среднем есть. То есть у тебя вот такой вот. Вот такой. А нет, я не знаю, какой еще раз можешь показать? Вот. Они мне все на одно лицо. Не, вот. Да.